Форсировав Западную Двину, войска 43-й армии продолжили свое стремительное наступление в юго-западном направлении. 24 июня передовые части 60-го стрелкового корпуса генерал-майора Люхтикова вышли к деревне Гнездилово. Авангард 3-го Белорусского фронта развивал наступление во встречном направлении. Соединение двух фронтов означало полное окружение всей витебской группировки противника. Ну что ж, дорогие друзья, четвертая миссия, третья миссия соединения. Мы должны будем соединиться с передовыми частями авангарда 5-го гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорусского фронта для того, чтобы окружить всю витебскую группировку противника. У нас есть улучшение, кстати, 608 очков. Куда бы их потратить? Я бы, скорее всего, дальность стрельбы купил и на 200 очков поднял бы защиту пехотинцев на поле боя. Да. Все, 8 очков. Ну и, собственно говоря, средний уровень, как обычно. Начинаем эту миссию. Операция «Багратион» продолжается, господа. Точнее, товарищи. Передовые части 3-го Белорусского фронта готовятся к наступлению. Но немецкие позиции в этом районе сильно укреплены. Необходимо уничтожить хотя бы часть противотанковых орудий врага, чтобы дружественные войска смогли перейти в наступление. Командование передало под ваше начало ударную группу войск. Захватите этими войсками ключевой пункт, и наша дальнобойная артиллерия сможет поддержать наступление дружественных войск. Приступайте к выполнению. Приказ понятен. Единственный, там я увидел противотанковое орудие, поэтому давайте разобьем наши на связи танковые отряды на две части, чтобы их артиллерия не смогла бить в одном направлении, так скажем, сразу два танковых отряда. Какие приказы? Ох, уже началась жара, поэтому даем приказ атаковать сюда. Атака. Второму слушаю, танковому командир. Отряду тоже по пушкам. А пехоте по пехоте. Готов. Ну и все, пошла бью. Атака. Главный противотанк вот эти орудия уничтожил. Отлично. Потеряли несколько танков. Очень хорошо, но нормально, нормально. И пошла пехота. Накрываем, накрываем их. Товарищ командир. Давайте. За Сталина. Мать его ети. Мы должны взять эту точку. Так, здесь прорвали. Танки вперед. Захватываем точку. Слышу вас. У нас что? У нас остановилось основной фронтовой удар из-за того, что здесь у противника много противотанковых пушек. Мы сейчас как раз по флангу в тыл и вместе с атакой основных сил поможем прорвать оборону в этом месте. Да. Здесь мы самое главное прорвались. Задача, командир. Задача разворачиваемся. Залечь, точнее, есть. В пехоты. Ой, в окопы, которые тут есть. У аппарата. Понял. Ой-о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 й, ребята! Танки, выбить нас хотят! За Родину!
Покатили! Пехота готова! Начинаем! Выбить нас хотят, ребята, давайте быстрее! Артудар, где? Дальнобойная артиллерия готова оказать вам поддержку. Давай, 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 родная артиллерия. Используйте эту возможность для уничтожения противотанковых пушек. Это все потом, там танки идут на меня. Итак, арта. Погонь по сволочам. Подтверждаю, прием. Давайте, родные, выдержим, выдержим, выдержим. Арта поможет. Накроет их, артиллеристы! Ты, блядь, танки теряем! Отлично, пошла арта! Только первая линия у них разбита, вторая это цела! Есть атаковать! Да. Есть сменить позицию! У аппарата! По пехоте бьют, отступают! Отступают! За ними! За ними опасно, по мне могут... Да, они уже, по-моему, разворачиваются. Да, они разворачиваются. Тут танки, танки, назад, приступаем. Назад, назад, назад. Противотанковые разворачивают. Сейчас я их накрою, собак. Огонь! Открываем огонь. Прием. Давайте, артиллеристы. Хикс, ты же там артиллерист. Давай, бей точнее. Накрывай эти противотанковые. Эти уже на нас развернулись. Эти мешают этим. Вот, отлично. Помогите дружественным войскам захватить ключевой пункт. Тогда эти войска перейдут под ваш контроль, а командование 43-й армии окажет вам воздушную поддержку и пришлет подкрепление. Однако вы должны помнить, гибель дружественных войск 39-й армии недопустима. Не допустим. Отлично, отлично. Ага, они разворачиваются. И в этот момент... Какие приказы? Да. Танки, есть сюда. Сменить позицию. Пехота. Товарищ командир. Лесочком, справа, лесочком, Кокри, лесочком. Отдай. Давайте, лесочком, лесочком. Жду приказаний. Лесочком. Поняли, выступаем. Помогаем нашим, помогаем. Готовы. Быстрее, быстрее, ребятки. Огонь! По противотанковым орудиям. Да, и наши пошли в наступление. Отлично. Отлично, супер. Сейчас артиллерию бы... Ох, на меня, по-моему, разворачивается. Но мы отойдем. Отходим, отходим. Мы отвлекаем на себя противо... Нет, они опять туда. Вперед, 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 вперед. За противотанковое орудие. Пока тут союзники прорываются. Так, в лесу пехота. По их окопам выбиваем. Сюда стреляете, сюда надо стрелять. Выбить надо их пушки. Вот, молодцы, молодцы, я же вам точность прокачал. Все, давим их, давим их, давим их. Давим их. Помогли нашим, помогли, молодцы. Ой-о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 й. Встречаем друзей. Три танка вражеских. Это те недобитые. Слушаю, командир. Никогда нельзя не добивать врага. Всегда нужно до конца добивать. Так, поможем захватить точку нашу. Какие приказы? Так, а вы сейчас... Внимание! Противнику прибыло подкрепление. Ах, зараза, подкрепление у противника. Служу трудовому народу. Берем точку, ребята. Рота справа, вот. Отлично, справились. Берем точку. Начинаем движение. Так, враг идет, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, арта, 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 арта. Тяжелая артиллерия. 305-миллиметровый БР-18. Дружественные войска перешли под ваш контроль. Так, где бы их тут? Вот где-нибудь вот здесь. Есть по квадрату. Прием. Готовы. Выступаем. Ждем приказа. Вперед! На связи. Рота, вперед! О, как раз они там остановились.
вам удалось захватить ключевой пункт. Угу. Фронтовая авиация. Еще и авиация у нас появилась. Вам поддержку. Вы можете пополнить свое соединение пехотой из армейского резерва. Так, еще пехота резерва. Ваша дали. Следующая цель – деревня Гнездилово. Ага. Если вы захватите этот ключевой пункт, противник будет отрезан от своих главных сил и не сможет получать подкрепление. Если вам удастся уничтожить часть расположенной здесь вражеской артиллерии, наши боевые товарищи из 43-й армии начнут наступление с этого направления. Ясно. Так, я понял. Сначала нам надо перерезать пути снабжения. Помните, противника. Ваша главная цель – деревня Гнездилово. Так, Гнездилово – это самое последнее. Так, арта, пошла. Танкисты докладывают. Задача перерезать пути подкрепления противника. Так, эти сразу на Гнездилово направим. Так, и для того, чтобы нам избавиться от противотанковых орудий, мы посылаем авиацию. Вижу сигнал, заходим. Чтобы наши танки могли спокойно сейчас пройти. Так, ждем наших птичек. Давайте, первым делом, самолет. Ну, а девушки потом. И Даш, авиация наносит... Танки в бой смело! Молодцы, летчики! Спасибо, воздух! Заряжай! Слушаю! Поехали! Так, теперь надо помочь 43-й армии, с которой мы должны соединиться и окружить витебскую группировку. Так, 54 мне не хватит и туда, и туда. Так, вызываем авиацию. Или артой ударить. Так, авиация. Вот так. На вот. Подлете. Давайте. Фронтовая авиация, помогай. Командир. Рота. Берем точку. Вперед! Огонь. Берем точку. Двигаемся. Начинаем движение. И новый удар авиации. Спасибо, летчики! Внимание! Противнику прибыло подкрепление. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А мне ж там танки голые! Понял. Точку атака! Я здесь не сумел. Надо было... Блин, поберечь авиацию! Поторопился! Ну что значит, поторопишься? Оборота! И все. Покатили! Так, пехота... Рота на связи. Слушаюсь. Начинаем движение. Рота цепью вперед. Вперед. Слушаю. За Родину. Блин, а? Че у них там? Только танки? Противотанковых нету. Так, авиация. Да. Сейчас мы их разворачиваемся. Задержим. Вас слышу, прием. Или артой. Авиация дешевле. Так, ладно, не буду тратить. Вас тут, слышу, мы прием. Тут справимся. Вперед! И... Начинаем без атаку. Авиации. Кто опять потратил? Начинаем атаку. И сразу же берем на точку. Поехали! Готовы! Пехота. Рота, цепью, вперед! А, вы в окопах, а нет, побежали. Товарищ так, танки командир! Я поберегу. Рота, для Гнездилова. Вперед!
Ну, сейчас у меня есть авиация и артиллерия. У аппарата! Чуть-чуть нам тут не хватило, а? Времени. Быстрее, 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 быстрее. Пехота поможет захватить точку быстрее, чем танки. Пошли! Захватываем точку. Там помочь своим надо, ай-яй-яй. Потом вместе с 43-й армией на Неклюдова, ой, на Гнездилова. Да. Все, берем точку. Начинаем! Берем точку. Вперед не лезем. Тут подкрепление врага идет. Это важная точка. Да! В принципе, пехота уже и не нужна. Выступаем! Так, пехоту мы тогда... Разворачиваемся! На деревню направим. Слушаю! Да! Подготовим. Поняли, выступаем! Поняли, марш. Выступаем! Бросок на деревню. Здесь сейчас точно... Надеюсь. Ну, у нас, если что, сейчас артиллерия и авиация. Мы тут отобьемся. Ну, захватили. Отлично. Теперь... Аппарата. Тоже. Выступаем. На деревню направляем. И помогаем... Там, где нам надо помочь. Ага, вот здесь прорвать оборону. Так, пушки, 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 пушки. Пушки, подожди, у них осталось. Вот пушки. И вот, вот сюда. Вижу сигнал. Заходим. А арту сюда. Открываем огонь. Прием. Пошли, родные, давайте. Поможем нашим прорвать оборону. Отлично, ребята! Ребята, 43-я армия! Давайте, прорывайтесь! И мы завершим окружение витебской группировки врага. А нам надо сейчас Гнездилова взять. Рота на связи! Танки, в бой! Есть, сменись позицию! Какая задача, командир? Пехота, за ними! Приступаем! Танки. Товарищ командир! В бой! Атака! Начинаем движение! Где у нас тут еще пехота-то? Готовы! Со всех сторон жмем врага! Есть атаковать! Поняли! Атакуем! Слышу все. Вас! И еще авиаудар по вражеским гаубицам! Да! Пошел штурм! Это наши прорывают, союзнички. О, авиация! Нанесла удар, отлично. Артиллерия врага уничтожена. Браво! Браво, авиация! Спасла нас сегодня! Эх, мужик умер, а! Серега убили! За Серегу! Наши прорвались, ребятки! 43-я армия! Окружение завершаем! Соединяемся! Берем Гнездилова. Деревенька. Ха-ха, ребятки. И прорвались союзнички. Вот это была жара. Готовы. Отлично, объединяемся. Ключевой пункт. 43-я армия. Дружественные войска перешли под ваш контроль. Отлично, завершаем, завершили. Окружение витебской группировки противника. Вот это да. Вот это Советский Союз. Родина салютует вам и вашим солдатам. Соединение войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов
решила судьбу всей витебской группировки войск противника. Окруженная и отрезанная от главных сил группы армий «Центр», она оказалась в безвыходном положении. Это настоящая стратегическая катастрофа для врага и наша великая победа. Отлично! 762 очка мы получили за эту миссию, с чем я вас и поздравляю. За мужество и отвагу, проявленные в бою с немецко-фашистскими захватчиками, вы награждены медалью за отвагу. Спасибо, Родина! 27 июня командующий 53-го корпуса 3-й танковой армии Вермахта генерал инфантерии Гёльвицер отдал своим войскам приказ прорываться из окруженного советскими войсками Витебска. Его основные силы нанесли удар в районе деревни Заозерье, где, по данным немецкой разведки, были расположены самые слабые и малочисленные части 43-й армии. Стоять до последнего, четвертая миссия. Ну, в принципе, как в принципе предполагалось, немцы решили прорвать кольцо, которое мы их окружили советской армией, и хотят прорвать в самом слабом месте нашей обороны около деревни Заозерье. Итак, улучшение. У нас 770 очков. Что мы можем качнуть? Можем скорость стрельбы, танки САУ. Давайте дальность. Ага, дальность я уже качнул, точность качнул. А почему я не могу? А, ну все, дальность танков. И САУ мы качнули, у нас осталось 170, за 170 здесь уже ничего не купишь. Ну и начинаем. Не дать немцам уйти из окружения, наша главная задача. В районе Заозерья сложилась непростая обстановка. В настоящий момент этот важный населенный пункт прикрывается всего лишь двумя ротами новобранцев. Херово! Разведывательный батальон 305-го полка «Панцергренадер» уже приближается к их позициям. К Заозерью направлены все доступные резервы. Что-то я не вижу резервов. Внимательно следите за донесениями. Как только в распоряжении командования появится новое подкрепление, мы немедленно передадим их под ваше командование. Угу. Но пока вам придется управляться с тем, что есть. Ай-яй. Вы должны удержать Заозерье любой ценой. Так, ребятки, нам артиллерию дали. Какие приказы? Где тут их вот здесь побольше, да? Ну давайте как-то вот так. Сесть в машину, товарищ командир! Вот. Так. Приехали! Товарищ командир! И вот так. Строимся! И все, да? Ничего больше мне не дали. Как хочешь, так и держи оборону, называется. Ну, в принципе, по-советски. Тогда 10 человек против 1000, да? Ну, хоть пушки дали. И на то спасибо, командование фронтом, вашу мать. Готовы! Так, сразу пушкам по... Кто это такие? Бронетранспортер. Сопровождаем цель. По бронетранспортерам. Да. Этим пушкам, чтобы нам во фланг не зашли. По готовности, понял? Готовы! Отлично, артиллерия открыла удар, огонь. Хикс работает, артиллерист наш. Точнее, цельтесь, ребята. Да. Наводим орудие.
бою готов. Так, нас не обойдут, надеюсь, за этого леса. Ага, вот они где все. Так. На связи. Артиллерия. Открываем огонь. Огонь по пехоте. Батарея на связи. Продолжаем бронетранспортер бить. Ждем приказа. Сосредотачиваем огонь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, из леса лезут. Огонь. Командир. Они все на этом фланге. Так, бронетранспортер разбили. Так, артиллерия. Идем лучше по области. Вас слышу, прием. Идем по области. Поняли. Накрываем, накрываем врага. Ой, мои пехота готова. Пехота почти вся легла. Не даем пушкам прорваться. Готовы. Не даем прорваться к пушкам. Доступны новые подкрепления. Отлично. Понял. Так, атака! Пехоту в первую очередь. Сюда, быстро. Что такое? Приказ. Зенитки? Зачем нам зенитки? Ладно, хрен с вами. Покинуть машины! Какая задача, командир? Ну где пехота моя, блядь, окружают! Атакой. Пидорасы! Товарищ вот, командир. Отлично, быстрее, сразу в атаку. Отпустим. Сейчас, блядь, пушки теряю. Слышу вас. Сосредотачиваем огонь. Слушаю, командир. Понял. Атака! Зенитки, давай по пехоте. Ждем приказ. Заряжай. Командир. Огонь. Потерял я целую батарею из-за вас, а? Дебилов, не могли фланг прикрыть. Батарея! Огонь! Понял, атака. На связи. Долго. Понял. Атака! Слушаю. Долго шла пехота. Огонь! Бою готов. Так, потерял артиллерию. Вызываем дивизионную пушку ЗИС-3. Сюда. Так, вызываем пехоту. У аппарата. Все, отлично, у аппарата в окопы. Не отступают. Отступают. Все, хорош стрелять. Так, еще пушим. Вот этот лес опасный. Давайте лучше куда-нибудь вот сюда пушки. К этому лесу лучше пехоты. Сейчас будет 15, пехоты еще возьму. Зенитки все долбят. Так, зачем мне дали зенитки? Неужели будет вражеская авиация? Херово. Проведя разведку боем, панцергренадеры отступили. Нихера себе, а враг наступает! Они сообщили своему командованию о слабости нашей обороны. И к вам уже спешат главные силы витебской группировки противника. Хрена едва! Используя доступные подкрепления, подготовьте оборону и отразите новую атаку противника. Ой, подкрепление, где оно, вашу мать? Фронт! Командующий фронтом! Лес, вот этот лес. Так, давайте. Вот так. Так, пушки. Авиации вроде не видно. Танки. Танки, бронетранспортеры, пехота, артиллерия. Все идет на нас. Ну понятно, весь вся витебская группировка хочет выйти из. Сюда берем пехоту. О, ребятки, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пизда. Накрылись весла. Какие приказы? В окопы. Начинаем! Залезть.
Рота на связи! Рота, бегом! Марш! О, жопа! Орда долбит по нам. Да ладно. Звук самолета слышал, нет? Это грузовики. Сейчас начнется. Зениточки, работаем, работаем, родные. Ну, работаем. Ай, тяжело! Ай, тяжело, но мы справимся! По танкам! Пли! Двух приказаний! Предназначено! Ух ты! Штуки едут, самоходки! Прямой наводкой! Какая задача, командир? Сосредотачиваем огонь! Подтверждаю цель! Прием! Жду приказаний. Вас слышу, прием. Рота, цепью, вперед! Ой, всю мою артиллерию просто нахуй вынесли штуки вражеские. Чем мне останавливать противника-то? Слушаю, командир. А ну! Товарищ командир. Понял. Атака! Вас слышу, прием. Все, я потерял всю свою. Есть атака. Прием. Аппарата. Поняли? Атакуем! Всю артиллерию просто вынесли вражеские самоходки. Ну я ПТСА у чем сделаю? Мне надо танки. Товарищ командир! Так, арту вызываем. Командир! Покинуть машины! Что толку-то? Подкрепление-то будет? Нет, вашу мать! Подкрепление прибыли. Ай! Родила царица в ночь! Не то сына, не то дочь. Товарищ командир! Готовы! Есть открыть огонь! Слышу вас! Понял! Пехоту останавливаем! Останавливаем пехоту! Танки дали. Двигаемся! Слушаю! Сопровождай! Идем. Отлично, отлично! Ну, танки, пора. танки! Покатили! Готовы! Пехоту остановили по танкам! Пустим поближе! Уходят, они отступают. Отлично, удержали. Ух ты, удержали. Командование сняло часть сил с участка севернее Заозерья и перебросило их вам вовремя, на помощь. Вовремя. Кажется, они прибыли вовремя. Да. Враг откатывается на исходные рубежи у хутора на высоте Безымянная. Выбив врага с этой высоты, мы откроем себе дорогу на Витебск. Выбить врага с высоты. Подкрепление дали. Можно и попробовать. Так. Танки. Сюда. Начинаем движение. Готовы. Разворачиваемся. Так, что у нас готовы. Тут? О, и нам самоходчики дали. ИСУ-152. Поехали! ИСУ-152 дали. Ждем приказа. Рота, вперед! Слушаю, командир. Есть, сменить позицию. А пушек у нас больше нет, да? Батарея. Слушаю, командир. Какая задача, командир? Пехотка. Готовы. Понял. В пути. Двигаем. Командир.
Поехали! Артиллерии нету. Но у нас самоходки ПТ-САУ и Су-152. Да. Красавцы наши. Эх, и медленные они. Какие приказы? Понял, пути. Ух, врага-то далеко. На связи. Выдвигаемся. Отлично докладываю. Двигаемся. Какая задача, командир? Поняли, выступаем. Слышу вас. Понял, в пути. Рота на связи. Двигаем. Вас слышу, прием. Вперед! Слушаю. Едем. Пехота готова. Двигаем. Служу трудовому народу. Всех вперед. Поехали. Всех, что ли, выбрал? Че тут не осталось? Да, больше войск нету. Этими силами мы должны взять высоту. Вас слышу, прием. Строимся! На связи. Сесть, машин! К бою готов! Наружу! Товарищ командир! Покинуть машины! К бою готов! Так, прорываем пехоту врага, который тут в обороне стоит. Так, ПТ-САУ. Захватить безымянную высоту. Слушаю. Заряжай. Служу трудовому народу. Покатили. Да. Выступаем. Да. Рота, марш. Какие приказы? Начинаем движение. Служу трудовому народу. Пошли. Слушаю. Выступаем. Вроде держимся, но сейчас пока... Покатили. Так, самолетов у нас нет, артиллерии у нас нету. А у врага есть гаубицы. И и гаубицы, отлично. И противотанковые, блин, думал нету. Обдристалась наша атака-то, а? Противотанковые пушки имеет враг, да и гаубицы. Делать нечего. Готовы. В атаку. Снизь позицию. Жду приказаний. Пошли. Батарея на связи. На месте. Выгружаемся. Поехали. Товарищ командир, начинаем движение. Командир, двигаемся. Так, слышу прием. ПТ-САУ. Приказ. Понял. Атака. Нет, давайте сразу... На гаубице. Есть сосредоточить огонь! Бою ПТ-САУ. По гаубицам. Огонь! Товарищ командир! Танки. По этим танкам. Атакуем! Какая задача, танки. Командир? По противотанковым. Сосредотачиваем огонь! Танки. Готовы. Противотанковым. Да. Готовы. Пехота. Вперед. Да. Пропускаем свою артиллерию потихоньку. Так, где у нас тут? Да. Пехота. Вперед. Пехота, справа по три. Вперед. Да. Че, противотанковые разбили? Есть атака. Прием. Блять. Слушаю, командир. Есть сосредоточить огонь. Арта. Достаем. Достаем, блять, не достаем. Опа.
Назад! Вперед! Бой готов! Танкист не докладывай! Мы сняли слишком много войск с соседнего участка. Противник сумел прорвать там оборону, и часть его сил устремилась к вашим позициям с... Да ладно! Несомненно, они попытаются уничтожить ваши соединения и открыть дорогу главным силам витебской группировки. Твою мать! С тыла удар сейчас будет. Просто... Командование разрешает вам временно сдать Заозерье противнику, если этого потребует обстановка, но не снимает поставленные ранее боевые задачи. Конечно, я сдам, у меня там вообще нет никого. Я откуда знал, что у нас в тыл, блин, будут ударять? У аппарата! Нам гаубицы выбить. Ну, ПТ, САУ, ну что, какие медленные-то? По гаубицам огонь! На связи! Поняли! Так, артиллерия. Ух ты, сколько там! Аппарата. Поняли, выступаем. Готовы. Атака! Какие приказы? Есть атака. Прием. Какая задача, командир? Выдвигаемся! Ай-яй! Слушаю, командир! Атаку! На связи! Слушаю, берем, командир. берем точку, берем! Товарищ командир! Цель назначена! Вас слышу, прием! Разворачиваемся! Конечно, разворачиваемся! Слушаю! Выступаем! Жду приказаний. Да. Есть? Сменись позицию. Быстрее, пока пехота берет точку. Готовы. Есть атаковать. Готовы. К бою. Слушаю. Поняли? Атакуем. Ну, разворачивайтесь, разворачивайтесь, Исушечки. Родненькие, спасаем жопы наши. 34-ки в бой! Пиздец. Высота безымянная в наших руках. Командование готово оказать вам воздушную поддержку. Отлично. Для отражения вражеских... Хоть что-то дало нам командование. Деревни Заозерье от противника. Авиация! На подлете. Приступай. Давайте, ИСУ, давайте, ротненькие. Где наши птички? Ой, родные, давайте, спасайте наши жопы. Спасибо. Так, жопы наши. Рота на связи. Горели, но живые. Останавливаем. Вперед! Решились авиации. ПТшечки наши живы. Это самое главное. Служу трудовому народу. Вперед! Пехота легла. Отлично. Вперед! Ну и нам надо выбить... Какие приказы? Обратно за Заозерье. Поехали! У аппарата. Вперед! Поняли, выступаем. У аппарата. Выступаем. Да. Да. Рота, справа, после. Тяжело. Вперед! Тяжело. Еле-еле, сейчас еще не дойдут, откуда подкрепление прибьет. Придет вражеское отбить высоту. Да. Вперед!
Так, ну у нас есть авиаудар. Авиаудар. Вижу сигнал. Заходим. По окопам. Приступаем. Какая задача, командир? Выдвигаемся. Танкисты докладывают. Двигаемся. Ха, пехота быстрее Салу едет. Идет, точнее. Отлично. Есть? Сменить позицию. А там нету войск. Просто тупо танки. Нету, в окопах тоже никого нету. Чистота. Все, враг бежал. Отбиваем Зазерье. Где у нас пехота? Она быстрее по ТСАУ бежит. Поняли, все. Выступаем. Победа. Фу. Ничего себе заданица. Я думал, все, кранты. Я думал, крандец. Ну не дали мы прорваться из Витебска врагу. Молодцы! И снова командование фронтом ставит вас в пример командующим частями и соединениями. Ни многократный численный перевес, ни фактор внезапности не помогли врагу осуществить свои замыслы. Вы похоронили последнюю надежду 3-й немецкой танковой армии на спасение. Какой ценой? Сколько немецкие погибло? Немецкие солдаты обречены выбирать между смертью и пленом. На безымянной высоте. Теперь враг знает, ему не пройти там, где стоят ваши непобедимые части. Служу Советскому Союзу. Ох-ох-ох-ох-ох, победа тяжелая, тяжелая победа. 691 очко мы получили, господа. Ну и на сегодня, пожалуй, все. За отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск, вы награждены орденом Красной Звезды. С чем я вас и поздравляю. И на этом завершается вторая серия. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи, всем пока. И еще раз с победой под Витебском.